Велоспорт представляет восхождение. Нам поступил необычный заказ на сборку велосипеда для эверестинга. Эверестинг – это заезд без перерыва на сон, в ходе которого необходимо набрать 8848 вертикальных метров, что равняется высоте горы Эверест. За основу мы взяли раму Кальнаговы 3RS, на которую Тадей Погачер взял олимпийскую бронзу в Токио. Установили на нее электронную 12-скоростную группу Shimano Ultegra, ободные тормоза и легкие карбоновые колеса с покрышками туфа. Теперь у чемпиона есть Кальнага. Вау! Осталось чемпиону стать чемпионом. Елена, здравствуйте. Ставим велостанок должным образом. Любительский спорт пришла из плавания, ну, в плаванье. Решила, что мне надо срочно научиться плавать, переплыть Босфор. Это когда случилось? Это в 2015 году. Я в январе начала плавать и в июле переплыла Босфор. В общем, велосипед как часть триатлона появился. Ну, и потом трековый спорт. Я упала. Съезжала на кольцах в Крылатском, в Сочи, на скорости 70, упала, кома 10 дней на 4 месяца. Кто-то выскочил на встречу? Нет, непонятно. Ну и в связи с тем, что со зрением не все в порядке, наше шоссе в групповые виды не вернулось, только индивидуальный катаю, ну и вот придумала себе приключений с эверестингом. До этого, условно говоря, до вот этого такой регулярного спортивной спорта, жизни? Да? Ну, регулярно нет, так, ну, может быть, в зал ходила. В детстве я занималась баскетболом.